Друзья, рекомендую вам подписаться на Rodriguez Games. Этот канал делает интересные стримы, хорошие прохождения, да и вообще ламповая атмосфера. Ссылка в описании. Кстати, здесь бывают 12-часовые стримы. Это обалдеть. Это как так? 12 часов чувак делает стрим. Ну, довольно атмосферно. Делайте так, как я сделал. Чпуль и подписался. Добрый день, добрый вечер, доброе утро, дорогие друзья, с вами снова Римас, мы продолжаем прохождение Total War Warhammer. Ну что ж, поехали штурмовать, в принципе уже пора. Да, мы уже давно с вами уже не штурмовали такие необычные крепости, ну, к счастью, нас, как обычно, больше, чем обычно, да. Пока Карл находится где-то там вдали от нас, наша задача быстренько, молниеносно провести гребаную атаку. Автожир. Кстати, у нас есть автожир, да? Есть у нас с собой автожир. Прекрасно. Надеваем шлемы, всем приятного просмотра. Битва. Чё так быстро? Ой, долго-то этот загружается. Во! Жалкие людишки. Короче говоря, свои пушки оставим вот с этой стороны. Автожир, как обычно, с правой стороны. Наша задача быстренько сейчас, кстати, мец. Вот сюда ставим. Берем своих застрелов, делаем под номером 2. Бойцы ближнего боя под номером 1. Ну что ж, поехали. Надеваем шлемы, всем приятного просмотра. Ну что, давай. Так, застрельщиков. Вернее, бойцов ближнего боя отправляем вот в эту сторону. Давайте, бойцы, давайте. Автожир можно, в принципе, отправить вот в эту сторону, чтобы они пока что заходили со фланга. Нас уже обстреливают. Наша задача быстренько сейчас. Давайте застрельщиков вперед отправим. Будем с вами обстреливать вот этих вот мечников. И наше подкрепление уже подошло. Вперед. Номер 3 сделаем. Наше подкрепление и отправим их прям. Стоп, подождите, режим перестрелки пока что делать не будем. Нас уже обстреливают. Отправляем их прям в эту сторону. Пушки будут работать сегодня? Нет? Пушки работают, отлично. Так, ближний бой пошел. Айте, как прекрасно, смотрите, как мы их просто жарим, картошку варим. Прекрасно, кстати, у них есть мечи хорошие, они нас тоже могут ушатать. Хорош. Там бойцы ближнего боя уже к нам подходят. Они нас обстреливают, наши вертушки обстреливают. Давайте, отходим. Бойцы, назад. Так, штурмуем стены. Стены штурмуем. Пытаемся обстрелять вражеских мечников. Кстати, уже обстрел довольно хорошо идет. Автожир. Через Ctrl делаем под номером 8, чтобы мы их не теряли. Отправляем их чуть-чуть назад, так как они уже попадают под жесткий обстрел. Наша задача сейчас быстренько захватить стены. Вперед, бойцы, вперед. Так. Через Shift. А почему мы их не могу выделить-то? Короче, ладно, вперед, ломаем. Ломаем и заходим наверх. Автожир, вперед. Кстати, там у них есть артиллерия, да? Нам надо от артиллерии быстренько избавиться. Так, здесь у нас пока что все идет хорошо. Да мы их превосходим числом, в принципе, и силой, и качеством, и всем остальным. Бомбовоз отправляем вот в эту сторону. Че-то ты прям Римас? Молниеносный Римас, играть не умеешь? Дизлайк, отписка. Научись нормально играть. Хотя я уже отписался от тебя давно, но я тебя смотрю. Так, подождите. Со фланга сейчас будем стрелять. Со фланга. Пошел обстрел. Так. Ну? Давайте, ребят. Вперед. Так, там по нам кто-то херачит, смотрите. Я понял. А почему я не могу включить этот гриб? Вот так вот. Заходим. Айте, просто жарим их, просто жесть. Ой, посмотрите, какая красота, друзья мои. Это просто невероятное зрелище. Так. Отлично. Первые уходят, нормально так, смотрите, они уже... Кстати, там нас уже жестко обстреливают с этой стороны. Нам надо их занять чем-то.
Блин, это гребаная артиллерия. Она нас ушатает сейчас. Так, у нас уже там есть кое-какие отступления. Ну-ка, вперед продвинулись. Отлично. Отлично. Так, смотрите. Смотрите, как мы их жестко бомбим-то, а? Вперед сюда. Так, автожир, что у нас там? Заходим, 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 заходим сюда. Прям за здание. Что, не за здание нас обстреливают, что ли? Так, кавалерия выходит в эту сторону. Ну, наш автожир тоже, в принципе, как кавалерия, да, себя ведет. Это хорошо. Обстреливаем их. Хорош. Ну, кавалерия, в принципе, так сильно не мы не пробиваем. Смотри, как плохо пробивается, да? Ну, давайте по пехоте тогда отработаем. Бомбовоз, вперед. Здесь мы уже захватили стены. Заходим вниз. Заходим, 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 заходим. На кавалерию. На кавалерию. Давайте, бойцы. Через shift. Вот в эту сторону. Слушайте, нас жестко обстреливает. Ну-ка, давайте ближе бой, посмотрим. Против вражеской кавалерии мы как будем работать? Нормально? Ну, что-то не поймешь прям. Ну, так себе нормально, кстати. Вот эти вот бойцы. Да, кавалерия вражеская отходит, смотрите. Это просто жесть. Да, нам надо было сразу заняться этим делом. Все, давайте добиваем остальных. Да, автожир, в принципе, в ближнем бою тоже хорош. Смотрите, какая красота. Добиваем ублюдков. В принципе, можно уже завершать битву. Айте, какая кровища-то классная. Вот так вот башку просто оторвал. О, о, куда я провалился? Куда же я провалился, интересно? С камеры надо поработать еще разработчиками. Мачо-чо-чо-чо-чо-чо. Все, завершаем битву. Решитель победа. В очередной раз имперцы теряют свои города. В принципе, мы их на немножко превосходили, да, числом, судя по количеству наших бойцов с нашим подкреплением, но их бойцов тоже. Но у нас качество, конечно, намного лучше. Вы обратите внимание, друзья мои, как наши бойцы так нормально прокачались, да, там уже есть серебряные ранги, даже золотые. Это просто превосходно. Так, получена добыча. Разрушить. Спутник приобретений, доспехи, доспехи. Это просто прекрасно. Ну что ж, будем продолжать. Погнали, стоп, стоп, стоп. Продолжать не будем, у нас уже есть еще одна осада где-то здесь намечается. А давайте на простой марш выделим и попытаемся захватить эту крепость. Ну давайте, давайте, давайте. А, нам надо сдать ход. Сдаем ход. У нас, кстати, мы с вами вроде бы одну обиду, да, в прошлой серии, выполнили. Теперь осталось еще... Там полно обид, блин, у нас не выполнено, к сожалению. Вот этот минус большой, то что когда вы играете за гномов, обид очень много приходят. Договор о ненападении, 7000 золотых монет. Мы пока что отказываем. Ай, Живбар предлагает нам мирный договор. Давайте тогда встречное предложение сделаем. Так. Нет, нет, я не буду с ними никакие договора. Мы должны их полностью вынести. Так, неудача. Погнали. О, знамена забыл, блин, распределить знамена. Гребаный насос, ремасенок. Дизлайк, отписка, давай, до свидания. Битва гора гром. Гора гром. Жувпар. Так, у нас теперь уже вторая битва. Можно, в принципе, здесь не напрягаться. Мы превосходим числом. Ну-ка, давайте чуть-чуть вперед продвинулись. Два автожира под номером 2 ставим. Их прям в эту сторону. Разблокируем их. А, наоборот, разблокируем. Сейчас будет жесткий обстрел. Жесткий, Вася, просто обстрел будет. Пошел обстрел.
Летят красавицы. Говорил я вам, присоединяйтесь к нашей конфедерации. Нет, не хотят. Гордые гребаные гномы. Прям все в меня. Добиваем. Обстреливаем. Бомбим просто. Так, у нас уже пошел обстрел с этой стороны. Можно, в принципе, лучников взять под номером 3. Чуть-чуть вперед выдвинуть. Этих бойцов под номером 4. Тоже чуть-чуть выдвинуть. Прекрасно. Наша задача сейчас быстренько расстрелять вот этих вот бомжей. Пошла жара. У нас сейчас пойдет жесткая битва. Поехали. Во, как светло-то стало. Почему так интересно светло-то стало, а? Невероятная музыка, битва и атмосфера. Просто прекрасно. Так, мы уже полностью один отряд расстреляли. Можно, в принципе, выдвигать автожир вперед. Давайте второй отряд расстреляем вот в эту сторону. Кстати, у нас там этот... своего бойца мы забыли, да? Поехали, погнали, второй отряд расстреливаем. Автожир тоже отправляется вот в эту сторону. Мясо просто жесть. Слушайте, у нас какая-то экшонская серия, да, сегодня получается? Прекрасно. Бум, ёптать. Бегите, душу вашу мотал. Бегите, чтобы вашу душу Машу больше не видел. Обалдеть. Вот это они, конечно, они по крупным целям хорошо работают, да? Автожир с серной кислотой, как-то так называется, кажется. Ну что у нас там? Поехали. Так. Давайте, 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 стреляем, 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 не стесняемся. Серная кислота. Отступают они уже. Они уже отступают. Все, это победа. Это победа, друзья мои. Бомбовозы, работаем. И всех добиваем. Блин, вот этот жестяк просто. Прекрасно. Это у нас уже вторая победа, друзья мои. Нас было 1470 бойцов, их было 560 бойцов. Жувбар пал. Насколько я помню, еще одна провинция у них осталась. Оккупировать. Так, обида прервана. К сожалению, мы ее не выполнили, а оказывается прервана. Жувбар! Друзья, фракция полностью уничтожена. Теперь мы остались лицом к лицу с очередными гномиями фракциями. Это у нас Карак Кардин. Кадрин, вернее. Ну что ж, придется уже этот. Пора уже обратить свой взор на север. Погнали. Так, что у нас со строительством? В принципе, ничего такого интересного нет, да? Мы не можем ничего здесь такого построить. Так, это у нас одна провинция, вторая. О, вот здесь вот можем. Опа. Оп. Прекрасно. Кстати, здесь может быть проблема у нас, друзья мои. Рано или поздно, возможно, у нас появятся кое-какие проблемы. Так, у нас здесь есть застрелы, железноломы, молотобойцы. Так, это хорошо. Ну, а здесь мы пока продолжим восстанавливать наших потерянных бойцов. Два-три железноломов сделаем.
Все, сдаем ход. Указ. Налоговая ставка. Сделаем 5%. У нас, ребята, смотрите, 10 334 золотых монет. Просто жесть. Оборот за каждый ход. Унизила тебя, имперец, унизил. Жалкий ты людишка. Что, она зависла, игра? Нет, нормально. Имперцы все еще предлагают мирный договор. Они знают, что им они уже обречены. Кстати, они уже отправляют всех своих бойцов, всех своих агентов, включая гномов. Уже не 7 тысяч, а 5 тысяч золотых монет. И требуют права прохода. Нет, мы не хотим. Я хочу полностью вынести это дело. Нападение на войско. К сожалению, успех и успех. Давайте стоимость найма не будем делать. Боевой дух мы с вами поднимем. Бретония. С Бретонией надо разобраться. Они мне не нравятся, если честно. Бретония, Бретония. Так, здесь у нас еще где-то земли имперцев, да? Кстати, здесь и Карл, и все остальные. Мы можем... Может быть, нам все-таки придется свои войска потянуть в эту сторону. И сдадим пару ходов. Нам надо восстанавливать своих ребят. У нас есть не боевые потери. И боевые тоже. 6000 золотых монет, друзья мои, они нам предлагают. Мы, конечно же, будем отказывать, потому что это нам пока что не нужно. Нам нужно быстренько сейчас расправиться с имперцами, потом уже обратить свой взор на остальных гномов и на горе нападения. Предлагают нам все-таки эти ребятки. Что у нас там? Отношения ухудшаются, да? Ну ладно, давайте примем пока что. Потом, если что, в любой момент мы можем разобрать с ним этот договор и через пару ходов. Да ладно, что ни хера себе у них там получается-то как, а? Слушайте, мы так долго будем восстанавливаться, друзья. Очень долго. И наш кователь рун, Кадри, там, как его там, он нам не помогает. Он не защищает наши интересы. Так, у нас здесь есть небоевые потери? Нет. Все, давайте простым маршем добьем. Кстати, у них здесь есть краска. Да, ребят, краски это довольно тоже хороший ресурс. Сейчас мы быстренько заберем это дело, потом заберем вот это вот дело, да? А мы, кстати, можем второй армии отправиться туда. Так. Приграничный форт делаем. Здесь мы уже восстановили всех своих бойцов, поэтому можно, в принципе, отправить их либо на ускоренные марши. Ага, не получится. Давайте тогда ускоренный марш. Так, у нас здесь не боевые потери начинаются, да? Хорошо. Заключен договор, да. Это я помню. Сдадим ход еще раз. Железнокожие. Скоро у нас будут новые бойцы. Здорово, ёпта! Нет, я уже пошел в твою сторону. Ты поздно, поздно уже включился, потому что я уже хочу тебя захватить, тебя, твоих женщин и детей. Так, готов у нас к службе опытный инженер. Наконец у нас уже резнулся один чувак. А мы его сюда примкнуть не можем, да, так как у нас там армия переполнена. Это плохо. Нам придется. Ну давайте одних гномов воинов вот этих вот распустим. Соп, не туда. Вот так вот сделаем сначала. У них догонит? Да, у них догоняет. И отсюда присоединяем его в эту армию. Так, и в следующем ходу, мне кажется, через ход нам придется немного, да, проделать несколько ходов. Чтобы, во-первых, это у нас восстановить наших потерянных бойцов. И, в-третьих, дойти до этих ребят, да.
Так, что у нас тут происходит? Один агент как куда-то пропадает вражеский. Хорошо. Здесь мы уже почти дошли. Можно, в принципе, сделать автобой. Оккупировать. Вы посмотрите, какое у нас гномье королевство. Ребята, просто посмотрите на эту карту. Обалдеть. Вот это мы, конечно, захватим. Мы почти полмира захватили. Ну, именно те земли, которые мы можем захватывать и заселять. Остальные земли мы просто-напросто опустошаем. Мы даже хуже, чем эти. Хаос. Просто хуже. Так. Угу. Понятно. Защита, защита. Армия лорда. Боеприпасы. Здесь у нас запас сил. Так, дисциплина. Здесь у нас защита ближе бою для гномьих воинов и горняков. Усилие натиска плюс 2. Защита в ближнем бою. А давайте тогда сделаем следующее. Непреклонность. Дисциплина плюс 2. Это у нас руна, да? И что такое получается? Ладно, давайте. В принципе, это тоже нужная вещь. Хорошо, сдаем ход. Что у нас тут? Очко навыков. Навыков, навыков. Это кто у нас там повышается? Угу. Усиление натиска. Давайте шанс перехвата. Мы их будем сейчас отправлять в эту сторону. Ага, мы их не можем сейчас пока что двигать, потому что мы нанимаем новых бойцов. Давайте подождем один ход, потом уже... Выдвинемся вперед к нашим врагам. Ай, имперцы сваливают, смотрите. А нет, нормально, обратно приваливают. Блин, мне Бретония беспокоит. Гребаный успех. Все-таки смогли они это сделать. Кстати, наш агент тоже прорабатывается. Проучивается. Восстановление плюс 3 рунных способностей — это армия. Сила магии для противника. Минус 5% это регион. Этот регион, вернее, да? Доспехи плюс 15. Ребята, это у нас руна. Берем. Доспехи плюс 15 именно для указанного отряда. Слушайте, мы долго будем восстанавливаться, если честно. Мне уже, если честно, надоедает это дело. Так, железнокожие. Готовые. Здесь у нас готовые. Здесь у нас тоже есть железнокожие. Здесь... Также есть у нас застрелы кое-какие. У нас полноценная армия здесь находится, да? Да, две полноценных армии. Блин, этого агента надо убить. Ну-ка, давай шансы посмотрим. Заказное убийство. 21%. Персонаж ранен. 18%. Персонаж убит всего лишь 3%. Отрицательный исход. 79%. Неудача. Герой 63%. И герой ранен 16%. Базовый шанс 25%, да? Хрен с ним. Так, неудача. Ладно, хрен с ним. Неудача, неудача. Очко навыков. Здесь у нас кто? А, это наш агент. Сопротивление сделаем, хотя у нас скверн пока что нет, потому что вампиризма у нас уже нет, вампиров. И третий получается у нас вот этот боец. Дополнительные ресурсы. Дальность плюс 3%. Навык перезарядки плюс 4, плюс 20% точность, да, это у нас способность. Ну что, погнали? Погнали дальше. Надеюсь, там нас никто не перехватит. Да, нормально все. Ну а скорый марш, и будем дальше продолжать захватывать наши северные земли. Ну, можно сказать, наши пока что их северные земли, а потом будет уже наши. Кстати, вот это вот чувак... Сейчас постарается, попытается нас остановить, потому что он видит, что мы надвигаемся прямо на столицу врага. Угу. Каракадрин. Столица врага. Хорошо. Сдаем еще один ход.
Посмотрим. Дущу твою моталь. Greetings. 1000 золотых монет. Мало. Предложи мне 50 тысяч, я, может быть, подумаю. Каракадрин. Закадри меня полностью. Да вы охерели, что ли? Какой оборонительный союз? Вы что? Попутали берега, что ли? Не буду пока что с вами заключать еще за 10 тысяч золотых монет. Так, изменение ветров магии. Угу, получается вот так вот теперь у нас, да? Ну, в принципе, нормально. Хорош. У нас в основном ветра наши, ребята. Так, ну что, давайте попробуем еще раз попытаться сделать заказное убийство. У нас 18% персонаж ранен, 21% положительный исход. Базовый шанс 25%. Эффекты цели 14%. Да, эффекты вашего героя 10%. Твою мать. Неудача, неудача за неудачей. Нам надо как-то... Блин, нам надо реально что-то делать. Друзья, это плохо. Для полного восстановления сколько ходов придется нам ждать? А здесь что, не показывает, что ли? Очки здоровья 976 из 1860, да? 860. Короче, выдвигаемся сюда. Ну чё? Грёбаные имперцы. Жалкие людишки. Я вас уничтожу. Потом ушатаю, потом высушу, потом опять уничтожу. И потом, не знаю, там что. Скормлю своим псам. Так, ладненько. Мы подтягиваемся потихонечку в одну точку. Сейчас быстренько мы их расшатаем. И в следующей серии, я думаю, будет просто... избиение младенца. Мы, кстати, друзья мои, улучшили очередной навык, изучили дальность найма, длительность найма для железных ящеров минус 1. Так, доход от всех построек плюс 5%, 16 ходов. Здесь у нас доход от пивоварень и огранщиков плюс 20%. Давайте лучше 16 ходов сделаем, сдадим ход. Ну что ж, друзья, это была очередная серия Total War Warhammer. С вами был Римас. Подписывайтесь на канал, если вы впервые. Ставьте лайки. До скорых встреч. Мы видим... Карлик уже сваливает, он видит, что у нас огромные стаки, подходят, и он просто-напросто спасается. Ну, мы не будем обращать на него внимание, мы будем просто выносить их постройки, чтобы они лишились всеми средствами, ну, все свои ресурсы, чтобы потеряли. Всем пока!